Приветствую, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк. Вы на канале «Фокусы от моряка», и в сегодняшнем видео я не буду показывать вам никакие карточные фокусы, я не буду обучать вас различным играм. В этом видео я просто хочу поздравить вас всех, моих дорогих подписчиков, с наступающим новым 2023 годом. Я думаю, никто не будет спорить, если скажу, что 2022 год был годом, пожалуй, одним из самых... Да скорее самым запоминающимся годом за все последнее, я не знаю, сколько вот я живу на свете, блин. Мне уже 37 лет, таких годов, богатых на события, по-моему, на моем веку еще не выпадало. Вот, надеюсь, что в 23-м году, конечно же, все это будет постепенно затухать, сглаживаться. Надеюсь, что 23-й год будет более мягким, более спокойным. Но в любом случае вам я желаю, как бы независимо от того, какой будет год, вам, конкретно моим подписчикам, я желаю оставаться на позитиве, беречь свое здоровье, поддерживать хорошие отношения со своей семьей, со своими детьми. Конечно же, желаю вам побольше денег, побольше друзей, потому что чем больше у нас контактов, тем интереснее наша жизнь. Желаю вам всего самого хорошего, светлого, доброго, ну и собраться веселой компанией за карточным столом, но нет, за новогодним столом, поднять бутылочку, нет, лучше фужерчик шампусика, я обязательно это сделаю, так как давно не поднимал, вот уже, и обязательно поднимите бокал шампанского, поздравьте с Новым годом своих друзей, позвоните родителям, что, собственно, я и сделаю перед Новым годом. Ну что ж, на связи с вами был Сергей Куликов, он же Моряк, я прощаюсь с вами, увидимся с вами в новом 23-м году, и, черт возьми, да хранят вас боги моря и небес. Пока-пока.